Объем производства российских компаний в июне обновил максимум за последние 15 лет. Основная причина – рост внутренних заказов. Такой оценкой поделились предприниматели в опросе Банка России. При этом ожидания на ближайшие месяцы остаются высокими. Однако их сдерживают проблемы с поставками импортного сырья, запчастей и комплектующих. В этом месяце индикатор бизнес-климата в России составил 8,8 балла. Это на 0,4 больше, чем в мае. Текущее значение – один из самых высоких за последние десятилетия. Предприниматели отмечают, что текущая ситуация с их бизнесом улучшается. Особенно хорошо себя чувствуют торговые и промышленные предприятия. Можно с большой уверенностью сказать, что экономика, показавшая рост последние три квартала, во втором квартале также сохраняет положительную динамику. Что касается ценовых ожиданий бизнеса, то они снизились второй месяц подряд. Ну и напомню, индекс промышленного производства в Башкортостане в апреле в годовом выражении вырос на 10%. За 4 месяца региональным компаниям удалось нарастить выпуск продукции на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Позитивная динамика отмечена в трех секторах – сырьевом, энергетическом, а также в водоснабжении, сборе и утилизации отходов. Снижение, к тому же, незначительное, отмечено лишь среди обрабатывающих производств.